Ну что, мы пришли на пресс-конференцию. Ребята, всем привет. С вами Сулейманов Маджид. И Устархан Бекмурзаев. И Юра Тарабанов. И сзади вас Мурат Тилема. Мы приехали на мою пресс-конференцию. Сейчас мы заходим. Будем разносить всех. Давай без понта. Пойдем. Я же тебе говорю, без понта. Короче, ребята, идем в кафешку. Да, нас, короче, не пустили. Ладно, я шучу. Нас пустили. Ширик поставил. Вот мы с ребятами. Я ширик поставил. Красавчик. Вот, короче, мы с ребятами сейчас идем. Надо подкрепиться для конференции. Сейчас посмотрим, как пойдет конференция. Если все пойдет по плану, то будет хорошо. Если нет, будем идти жестко. Потому что я и есть жесткий. Я просто не знаю, что происходит. Хорошо, сейчас. Стоп. Ну что, припудрить? Припудри тебя давай. Расслабься, медведь. Я расслаблен. Так, еще раз. На меня. Стоечку. И можно чуть позлее, на самом деле, взгляд, лицо. Ага, хорошо. Так, то же самое, теперь разворачиваемся, смотрим туда, в сторону. Вот Маджидик. Хорошо. Еще. И теперь прям вот туда на, ну, на, да, боком. Зри. Что за цепной пес? Еле увернулся. Перчатки у вас, да? Хорошо, сейчас хорошо. Детский дес. Все. Не рви его, ему еще работать. Его нельзя в общество. Что, исчез? Туда зашел. Мне шорты снимать можно, да, уже? Взрывай. Так, я уже могу снимать? Взрывай. Ниже колена не бей. Ниже колена не бей. Сейчас ты ему ногу атрофируешь. Что, можно? Если ты будешь в икру бить, у него нога слетит. Вот тут? Да, 10 ударов таких я лягу. Подожди, дай мне. Уже ляжешь, уже лег. Оставь. Он еще не сильно ударил. Уже вырубился. У него уже вырубилось. Голени. Голенью в нос, Только об друг друга не ударьте. О! И вот, посадил и по носу. Бей. Не смотри на крупность. На крупность не смотри никогда. Любого надо отрывать. Глаза мне смотри. Договор это один к нам, один к тебе. Вот, мы переделали по поводу здесь, по поводу двух боев. Ты чего опасаешься? Потому что ты после первого боя... Смело с тобой с этого игры. Что он за вас переживает, чтобы... А что вы это снимаете, что ли? А нельзя? Нет, ну я тут по секрету говорю информацию. Маджид, что ты думаешь? Что ты придумал? Маджид, Ребят, мы сейчас на данный момент на конференции. Сейчас ждем время. Через 10 минут мне уже выходить. Как говорится, пожелайте мне удачи. С вами Сулейманов Маджид. Я заряжен. Бам! Все? Все, и... говоришь? Ну что, Маджи, давай, тут некоторые были персонажи странные. Ты не боишься, что неприятные какие-то люди были? Нет, я не боюсь. Я как бы заряжен. Что она в трусах? Я думаю, эта конференция пройдет очень хорошо. Как говорится, проведем четко. Тут будет проходить конференция. Я заряжен.
Ну, главное, чтобы никто не говорил матом, да, никто нормально себя... Нет, мат мы не будем употреблять, потому что меня смотрят все мои. А так, если он встанет и будет на меня этот, я его рубану. Все, давай, удачи тебе. А? Да, да, уже... Рубануть, но ты видел, как Хену перевернули, и он тут это... Снимаешь, что я можно? Говорю? Не, нельзя? Нет, ну, да, меня снимать можно просто... Ну, не выкладывайте, это просто процесс ему... рабочий. Нет, да. Снимать. Процесс рабочий. Не, я ему. Да. Я имею в виду то, что Хена, я просто... Давай, Динасия, мы взрывы еще да, давай. Можно короче, мы вдвоем знаешь, отойти знаешь, на секунду? А, смотри, ты сейчас... Сейчас, да, Карина, поговорим. Включил? Работа. Ребята, угадайте, кого я встретил, ребят. Жесткий, да? А как бы не рубанул. Жесткий, да, жесткий. Удачи тебе, бою. Спасибо, давай. И тебе также. Вот ребят. Да. Но это на лям сразу, больше ляма, правильно? Короче, Маджиду дали мочалку, чтобы он сделал шоу, кинул в кого-то мочалку. Маджид потерял мочалку и везде ходит ее ищет. Маджид делает контент. Отходи, Маджид! Ты решаешь вопрос, я тебе говорю, он такого будет. Маджид. Вообще, охуеть, ой. Так, ну что, друзья, это третий сезон. Ну что, пресс-конференция прошла, как тебе? Короче, у меня конференция прошла, все прошло очень хорошо, как я задумывал. Я не старался этого соперника поломать, я его просто кинул на пол и все. Дальше будем топить. Он тебя провоцировал? Он меня очень жестко провоцировал. Ну я не подался. Вообще не кинул! Вообще не поддался! Ребята, короче, мы ребятами пришли в Додо Пиццу после конференции. Очень, очень хотим есть жестко. Саха, ну что, бро, идем есть? Жесткая была конференция моя. Короче, Додо Пицца платит? Ребят, а? Додо Пицца платит? Нет, Додо Пицца мне не платит. Ребята, скоро будет платить. Сейчас я вам покажу что-то. Посмотрите. Ну там была жесть. Стоп! Костян, впрягайся! Бадеда, бадеда нам трава!